прислала Настя. Хочется узнать мнение читателей, почему русские за границей так нарочито игнорируют друг друга. Смешно даже иногда. Как-то мы ездили на дневную экскурсию в Таиланде с парой русских. Они всю дорогу упорно молчали, и даже, когда мы оказались за одним столом, они упорно делали вид, что нас не замечают. Девушка тянулась через весь стол, чтобы взять вилку, но когда предложили ей подать, сделала вид, что не слышит. Потом они перешептывались, поглядывая на нас. При этом мы были трезвые, вели себя адекватно и общались с европейцами за нашим столом, которые не шарахались от нас, когда русские за границей встречают других русских, то чаще всего замолкают, внимательно изучая и оценивая друг друга. Как-то мы были сильно поражены, когда в Гонконге, увидев на улице пару русских, в ответ на наши улыбки, девушка воскликнула: «Русские! Как здорово!» Замечено, что кратковременные русские туристы чаще ненавидят друг друга, чем те русские, которые давно живут за границей или много путешествуют. Не обязательно вместе идти пить или начинать дружбу на века, но улыбнуться и поприветствовать друг друга, если уж оказались в одной лодке, это же обычная вежливость. Где-то в инете попалось на тему, что думают иностранцы о русских: русские изнуряют себя черными мыслями и хранят в себе частицу смерти всю жизнь. Посмотрите на лица и поговорите с русскими, они жалуются, ноют, страдают и постоянно ищут этот гребаный смысл жизни. Русские зациклены на страданиях и очень любят поныть. Сейчас читают, как забронировать отель самостоятельно. Пошаговая инструкция, и кстати, да, русских за границей легко узнать по унылому выражению лица, настороженному взгляду или нарочитой расслабленности. Они всегда что-то кому-то показывают, ежеминутно позируют, вместо того, чтобы просто есть, пить, идти, жить. Однако, когда знакомишься с людьми поближе, то они оказываются чаще всего хорошими людьми. Улыбка. Многие русские говорят, что не любят других русских за то, что те много пьют и ведут себя неадекватно. На самом деле, таких очень мало. Мы много путешествуем и часто встречаем русских, большинство из которых вообще не пьют и ведут здоровый образ жизни. Иногда приятно посидеть вместе и поделиться опытом путешествий, узнать новое. Давайте жить дружно и чаще улыбаться друг другу. Если видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.